поселок Динамо, двор по улице Готвальда. Здесь проживает один из ветеранов МИАСа. После 45-го отголоски войны еще долго эхом разносились по миру. Борис Григорьевич Вишникин служил на Западной Украине в 50-х годах, сражался с украинским нацподпольем. Сегодня свидетель тех кровавых лет принимает поздравления от благодарных потомков. С праздником вас, крепкого вам здоровья. Спасибо, Василий Александрович, спасибо. В глазах нынешнего поколения Борис Григорьевич является образцом мужества, стойкости и героизма. Сегодня мир столкнулся с еще одним врагом, невидимым. Но, как и прежде, под вдохновляющие песни военных лет мы отмечаем великую победу, ставшую символом национальной гордости, навечно вписанному в героическую летопись нашей страны. В связи с сложившейся ситуацией в стране по режиму самоизоляции, высшим руководством было принято решение организовать данное мероприятие перед домами для минимального привлечения личного состава. Валентин Ефимов, Данила Синяев, Андрей Назарук, Восточный экспресс.